За что задержан сотрудник полиции? За разбойное нападение. Ранее к ответственности привлекались какой-либо? Да. Какой? 158. За что доставлен в отдел полиции? За разбойное нападение. Своими словами расскажите, где, когда, что совершили? В ночь с 5 на 6 марта на объездной на Ленина. Заправку. Что похитили? Денежные средства. Сколько? 3,5 тысячи.